Привет! В канун католического Рождества и Нового года я заказала себе второй том графического романа «Леди Киллер». И это оказалось приятным совпадением, так как в третьей главе этого тома главная героиня вместе со своим семейством тоже празднует Рождество. В мае 2021 года в интернете появилась информация, что компания Netflix планирует адаптировать эту серию комиксов в художественный фильм. И главную роль Леди Киллер сыграет Блейк Лавли. Поэтому не пропустите этот графический роман, ознакомьтесь с первоисточником. Действие этого графического романа происходит в начале 60-х 20 века. Главная героиня, на первый взгляд, обычная домохозяйка, типичная степфордская жена, прекрасная миссис Джози Шуллер, мать двойняшек безупречным вкусом, одета с иголочки по последней моде. Но на самом деле у Джози есть параллельная жизнь, которой она киллер, наемный убийца. Это очень красивый графический роман. В первую очередь меня привлек именно своей рисовкой. Сюжет достаточно кровавый. Если в первом томе, когда Джози получает заказ убить маленького ребенка, она отказывается осуществлять этот заказ, и из-за этого у нее начинаются проблемы, то во втором томе у меня сложилось такое впечатление, что она уже не остановится ни перед чем. Зная то, что она может с легкостью свернуть шею любому человеку, она обладает ангельским терпением, выслушивая все колкости, плавно избегая вопросов с подвохом, невозмутимая примерная жена и мать семейства. Во втором томе издержки ее профессии начинают затрагивать непосредственно ее мужа. Из-за того, кем она является, у ее мужа начинаются проблемы на работе. И если первый том закончился на той ноте, что главная героиня смогла выкрутиться из сложной ситуации. Дома ее ждала семья, надежный тыл, ее спокойная гавань. А финал второго тома обезоруживает. Теперь специфика ее профессии непосредственно затрагивает ее семью. Второй том вышел еще в 2016 году. Я не нашла никакой информации, будет ли продолжение. Либо, может быть, этот проект уже заморозили. И, конечно, вот такая концовка меня очень расстраивает. Если вы владеете какой-либо информацией о продолжении, то поделитесь со мной в комментариях. Спасибо вам за просмотр и всем пока!